Вот какой рассеянный. Жил человек рассеянный на улице бассейной. Сел он утром на кровать, стал рубашку надевать, в рукава просунул руки, оказалось, это брюки. Вот какой рассеянный с улицы бассейной. Надевать он стал пальто, говорят ему, не то. Стал натягивать гамаши, говорят ему, не ваши. Вот какой рассеянный с улицы бассейной. Вместо шапки на ходу он надел сковороду. Вместо валенок перчатки натянул себе на пятки. Вот какой рассеянный с улицы бассейной. Однажды на трамвае он ехал на вокзал и, двери открывая, вожатому сказал: «Глубоко уважаемый, вагоноуважатый, вагоноуважаемый, глубоко уважатый, во что бы то ни стало мне надо выходить. Нельзя ли у трамвала вокзай остановить?» Вожатый удивился, трамвай остановился. Вот какой рассеянный с улицы бассейной. Он отправился в буфет покупать себе билет, а потом помчался в кассу покупать бутылку квасу. Вот какой рассеянный с улицы бассейной. Побежал он на перрон, влез в отцепленный вагон, внес узлы и чемоданы, рассовал их под диваны, сел в углу перед окном и заснул спокойным сном. «Это что за полустанок?» — закричал он с позаранок. А с платформы говорят: «Это город Ленинград». Он опять поспал немножко и опять взглянул в окошко, увидал большой вокзал, удивился и сказал: «Это что за остановка? Благое или Поповка?» А с платформы говорят: «Это город Ленинград». Он опять поспал немножко и опять взглянул в окошко, увидал большой вокзал, потянулся и сказал: «Что за станция такая? Дибуны или Ямская?» А с платформы говорят: «Это город Ленинград». Закричал он: «Что за шутки? Еду я вторые сутки, а приехал я назад, а приехал в Ленинград? Вот какой рассеянный с улицы бассейной».